Привет всем. Это небольшой влог, как Паша кушает. Тебе что-то не нравится? Нет, ты скажи. Скажи нашим подписчикам, что тебе не нравится. Нет, ты скажи. Как тебя кушать заставляют? Два раза. Правильно. Ну, хорошо покушали? Очень. Что мы кушали? Нет, ты скажи. Бараночки свои ешь. Бараночки. А вот ваша автомашина. Это твой салон? Алло. Ну что ты молчишь, ты жируха? Как бы тебе сказать? Я сил говорить уже нет просто. Почем? Я вот это пить не могу уже. А что такое? Я обожрался. Мы еще от метро шли пешком. Пешком, потому что Слава отправил нас не туда. Встретил какого-то машиниста, и он выперся не с той стороны. Так он это нас завел не туда просто, все. Дорогие подписчики, кушаем бараночки, пожалуйста. Вот они тут у нас есть. Озбин. Оформляйте кредит, пожалуйста. Не надо, не стоит с этим связываться. Короче, мы все время, вы знаете, чекаем ну, всякие штучки, где пожрать можно. Вот сегодня еще жарили в точках. Вот, и вот одна из точек, тут вот нам халявно разрешили тоже покушать. Там всякие штучки тоже ставят. Пошло. Ну что ты, говори. Ты понимаешь, что ты уже упоротый, уже все. Не, я, блин, поехал, шинил вам. А ты? Какие шашки, что ты несешь? Какая шапка, блин? Чего вообще? На чем ты в шашки играть собрался? Нафига ты отжимаешься? Ты себя еще видел, нет? Бля, и как колобок, тут глаза не пачкаются. И вот эти люди работают в пассажирском движении. Бля. Или ты в каком движении работаешь? В грузовом. Ну, в грузовом, неважно. Короче, подписчики, вот. Ну, токсин еще не успели выйти из организма. Конечно. Слезы падают и душат. Живем тут по дороге, не пойми где вообще. На точках. На точку. Много точек на трассе, где можно пожрать. А, очень. Раз уйдет. Вот ты говоришь, что много. О, братишка. Закормил ты меня. Да бы только бараночки, что ты? Слушай, можешь еще чайку? Смешно тебе. Нет. Ты давай, нам уже ехать надо, а? Короче, дорогие подписчики. Ты можешь ехать, а потом приеду. А в принципе, да, что-то. Сейчас еще. Да, опасно. Я не поеду. Короче, дорогие подписчики, всем спасибо. Это был небольшой влог, как мы кушаем. Потому что нам надо. Пошло. На канал не подписался, первым силлером остался. Понял. Ну что, скажи нашим подписчикам. Я как бы сказать. Да говори громче. Ешьте размеренно. Спасибо. И все? Да. Окей. Лол. Я не могу. Что такое? Тяжко. А ты крепись. Это яичница. Это, блядь, горячий бутерброд. Кофе. Потом еще вот к своим коллегам надо зайти. Мы там покушали. 123-ю школу. Супчика навернуть. Да. Пюрешки с мясом. С каменным мясом. Мяса вообще было нечего. Чем еще? Чем еще? Чай. Чисто чай. Чай. Так мы тут сколько чая уже пили? И вот, он еще, вот ему все мало, он еще бараночки тут ест. Ну а что? Я вот это в себя кое-как впихиваю, еще и шел-то как колобок вообще. Ноги еле. Ну, у тебя глаза-то не пачкались, что-то еще надо. Короче, вот так. Вдогонку к нашей теме небольшой, небольшой вложик. Павел Александрович захотел кушать. Пришлось везти его в точку на трассе, где можно немножко пожрать. Давай рассказывай. Не знаю, что-нибудь скажи нашим подписчикам.
Ну а ты зачем сюда пришел-то? Покушать. Пожрать? Покушать. Да посмотри на себя. Сытый, откормленный. Блин. Вон ТВ какой-то там непонятно. Вон изготовление наклейки рекламы сделает. А что там? Вон изготовление наклейки. В общем, сейчас мы тут немножечко покушаем. Очень кушать хочется. А бюджет нас ограничен. Причем ты захотел есть, а не я. Я тебя покормить захотел. Я могу сколько хочешь не жрать. Я тоже. Да. Я еще не жрал ничего. Рили? Да. А я кашу с утра покушал. Вот, ты покушал, а я нет, я есть не хочу. А ты говоришь, что ты можешь не жрать. А ты не думаешь, что я молодой растущий организм? Сколько тебе лет, сколько мне. И что? Я еще мал, ты глуп. А я не глуп, да? Ты не мал. Ну, так там. О, смотри, кальян даже есть. Что, вонял? Ебанутый. Я за рулем. Ничего. Нельзя. Не ЗОЖ, вот что важно. Это табачное изделие. Не важно. Короче, мы покушаем. Спасибо всем.